В экспозиции представлено более 110 работ с образами святых и моментов из библейских сюжетов. Автор картин – жительница станицы Львовской Краснодарского края Людмила Долгашова. Иконописью преподаватель художественной школы занимается последние 25 лет. И все работы мастера одобрены митрополитом Кубанским, Екатеринодарским и Сидором. Лики святых соответствуют церковным канонам и выполнены акварельными красками. Особый интерес представляет сам материал, на котором изображены иконы. Благодаря такой технике изображения имеют объем и сочность красок. Это использована соломка, которая дает как бы естественные такие краски, а иконы сами выполнены в любви к Богу, к нашей вере, к вере к людям. Вот эти иконы, они как бы носят характер такой воспитательный для молодежи, характер духовного развития, роста нашей молодежи. Выставку-то мы посетили, в принципе, нашим детям, которые вот сейчас уходят на каникулы, на отдых. Познакомиться с творчеством Людмилы Долгашовой жители и гости курорта смогут до 28 сентября. Вход в музей свободный.